Друзья, привет всем! Я приветствую вас на своем канале Like Art. В этом видео рисуем в тетради большой и интересный рисунок инь-янь в виде котика и собачки. Чтобы рисунок получился по центру, отступим слева 7 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 7 нарисуем по вертикали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Будем рисовать слева направо. Следующий ряд справа. Рисуем 11 клеточек. Добавляем 2 сверху и 2 снизу. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь снова на 4 клеточки больше. Рисуем 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Чтобы не ошибиться, можете нарисовать справа 11 и добавить 2 сверху и 2 снизу. Дальше рисуем 17. Добавляем только по одной сверху и снизу. Теперь снова добавляем сверху и снизу по одной, получается 19. И снова рисуем на 2 клеточки больше, длинный ряд из 21 клеточки. Ну а теперь будьте внимательны, потому что будем пропускать клеточки. Итак, для начала нарисуем 12 клеточек вниз, на следующем ряду справа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нарисовали. Теперь вниз 4 пропускаем. 1, 2, 3, 4. И дальше 5 рисуем. Снова поднимаемся вверх на одну клеточку и считаем вниз 4. 1, 2, 3, 4. Четыре вниз пропускаем. 1, 2, 3, 4. И 4 снова рисуем. Одну пропускаем вниз и снова 4 рисуем. И снова пропускаем одну клеточку вниз, но дальше уже рисуем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь сверху никуда не поднимаемся, а справа рисуем только одну клеточку. Вниз пропускаем 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь вниз 8 рисуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И дальше как здесь. Одну пропускаем и 5 рисуем. Теперь сверху поднимаемся на один ряд вверх и снова рисуем одну клеточку. Пропускаем вниз 5, 1, 2, 3, 4, 5. И шестую разукрашиваем. Идем дальше вниз. 4 пропускаем. 1, 2, 3, 4. И дальше рисуем 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На этом же ряду одну пропускаем, рисуем 3 вниз. Снова одну пропускаем и дальше 2. Теперь следующий ряд. Рисуем 2. Девять вниз пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Рисуем 2. Одну пропускаем, рисуем 4. Одну пропускаем, дальше 2 рисуем. 3 пропускаем и одну рисуем. Теперь сверху рисуем 3. 1, 2, 3. Восемь клеточек вниз пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 рисуем. Четыре пропускаем. 1, 2, 3, 4. И снова рисуем 3. Теперь 3 пропускаем и 1 рисуем. Теперь снова рисуем 3 клеточки сверху. Точно так же пропускаем 8 клеточек вниз и рисуем длинный ряд из 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На этом же ряду 2 вниз пропускаем и снова 1 рисуем. Дальше продолжаем. И снова рисуем 3 клеточки сверху. Три вниз пропускаем, 1 разукрашиваем, 4. 5 пропускаем, 1, 2, 3, 4, 5 вниз пропускаем и рисуем дальше 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пропускаем 2 вниз и 1 разукрашиваем. Так, пол рисунка уже нарисовали. Теперь рисуем 2 клеточки сверху. На 1 меньше. Пропускаем вниз 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 вниз рисуем. 1, 2, 3, 4. Одну пропускаем и дальше 5. Две вниз пропускаем и одну рисуем. Теперь рисуем сверху одну клеточку. А вниз пропускаем 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 вниз рисуем. На этом же ряду 2 вниз пропускаем и снова 1 рисуем. Теперь сверху первую пропускаем, а вторую рисуем. Вниз пропускаем на этом ряду 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 клеточек пропускаем и 6 вниз рисуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нарисовали 6, теперь одну вниз, на этом же ряду одну вниз пропускаем и следующую разукрашиваем. Здесь остается незакрашенная. Следующий ряд сверху. Одну пропускаем и дальше вниз 3.
Пропускаем вниз 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И дальше снова 6 вниз. Одну пропускаем и одну добавляем. Теперь сверху рисуем на одну клеточку меньше. 2, 1, 2. Снова пропускаем 12 клеточек вниз, а дальше уже рисуем на одну клеточку меньше, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Одну пропускаем и одну рисуем. Дальше сверху рисуем 3 клеточки, одну вниз добавляем. 1, 2, 3. Снова вниз пропускаем 12 и 3 рисуем. Пропускаем 2 вниз и добавляем еще одну. Теперь рисуем сверху 2 клеточки, первую не закрашиваем. Пропускаем вниз 16 и одну снизу рисуем. Ну и осталось завершить этот круг. Будем теперь рисовать снизу вверх. Итак, вот здесь вот одна клеточка у нас получилась. Мы вверх лесенкой добавляем еще одну. Еще одну. Вверх лесенкой. От только что нарисованной вверх добавляем еще одну клеточку, чтобы получилось две. Теперь справа на следующем ряду рисуем снова две клеточки вверх. Смещаемся на следующий ряд вправо, рисуем вверх 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь от самой верхней поворачиваем на одну клеточку влево. Я только что нарисовано, еще добавляем 2 клеточки вверх, чтобы получилось 3 на этом ряду. Точно так же теперь от самой верхней поворачиваем на одну влево и снова добавляем 2 клеточки вверх, чтобы получилось 3. Ну и теперь снова точно так же от верхней клеточки поворачиваем на одну клеточку влево и к только что нарисованной добавляем еще одну вверх и одну вниз, чтобы получилось 3. Ну еще осталось разукрасить одну клеточку. Возьмите розовый или красный фломастер. Нарисуем котику нос. Смотрите, здесь между двух клеточек находим центральную. От нее одну вниз пропускаем и вторую разукрашиваем. Получился вот такой вот большой рисунок по клеточкам. Инь-янь в виде котика и собачки. Если понравилось, как обычно, ставьте лайк, пишите комментарии, новые зрители, подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы не пропускать новые рисунки.